будет праздник жатвы, когда вы соберете с поля плоды свои, которые сеяли. Вот точно то же будет в конце веков, к концу времени, которое Бог определил людям жить на земле и иметь спасение. Соберутся от земли, как плоды в житницу, дети Божьи, соберутся в Царствие Божие, соберутся для того, чтобы уже никогда, никогда не переживать вот те все трудности, которые сопровождали человека на земле. Вот смотрите, мы в этот год наблюдали очень такую, такую непростую ситуацию в плане произращения плодов. Было засуха, было много, где-то дождей много было, какие-то страны заливало дождями, какие-то страны терпели от жары, пожары, посевы все вымыло, где-то все сгорело. Вот. Это говорит о том, что труд, который трудятся люди, он непростой труд. Если речь идет просто о плодах, о пропитании, которое человеку нужно, вот, тем более непростой труд, когда Церковь Божья проповедует Царствие Божье. Непростой труд, когда мы сеем Божье Слово, и оно попадает где-то в засуху. Сердце человека окаменевшее, сердце человека черствое, оно не принимает Божьего Слова, и, соответственно, оно не принесет плоды. Где-то оно попадает в тернии, где вроде бы и принимается это Слово Божье, но заботы житейские заглушают, и человек не может быть плодоносным. Кто-то принимает в сердце свое Божье Слово, и для него наступает праздник жатвы. Праздник жатвы, когда Бог соберет в житницу свою всех уверовавших. Радость, она от сердца вознесется в молитвах наших пред лицом Божьим. И через это служение, через пение, через стихотворение пусть прославляется имя Божье. Друзья, если Бог не благословит, то напрасно трудится строящий. Истина твоя. Царь вечный.
открыть перед нашим Творцом, перед тем, кто сотворил небо и землю. И желаю прямо сейчас увидеть в твоем сердце. Сегодня пошел на рынок, купил помидоры.